Люблю тренироваться. Разминочный подход на штанге. Примерно 17 килограмм. По 5 килограмм блины. И 7 килограмм сам гриф. По первому подходу я уже понимаю, что сила возросла. Просто-напросто его шматую вверх-вниз. Прибавляем на штангу 5 килограмм. Готовимся. И вперед. Пошло. Вес не чувствуется. Машется. Как пустой. Как пустой вес машется. Прибавляем еще 5 килограмм. Меняем ракурс съемки. И поехали. Опа. Штанга потяжелела и начинает вперед стягивать. Но тем не менее, вес для меня ерунда. Прибавляем еще 5 килограмм. Итого на штанге получается... Так, 5 килограмм, еще 5, 10, 12,5. И 12,5 это будет 25. И 7 килограммов гриф. Это будет где-то 32 килограмма. Прибавляем еще 5 килограмм. Итого где-то вес у нас 37. КГ уже, так сказать, существенно. Тем более подъем только бицепсами, ничем не помогаешь. Это большого стоит. Штанга сразу же потянула меня вперед. Но чувствую, что я прибавил. Хорошо осознавать, когда ты прибавил. Потому что то болело, то все болело. А тут наконец-таки ты попер. То есть этот вес я на 8 раз поднимал. А когда образцово-показательно с сыном соревновались, я ему, так сказать, настроился, выдал. А сейчас, видите, я уже с ним тренируюсь. Еще разок, давай. Опачки. Перевешивает штанга. Ну что, я сделал хорошую тренировочку. И, так сказать, теперь идет сброс напряжения. То есть я по 5 килограмм сбросил. Просто-напросто сейчас на накачанные, забитые мышцы. Просто работа. Дать большую работу. Нагрузить бивни. Что я и сделал. Почему же тут я поработал практически до отказа. В моем возрасте, как я соревнованиям не готовлюсь. До полного отказа делать не надо, это все-таки напряжение и на сердечко. Итак, напряжение на весь организм, поэтому окончил. Жим, можно так сказать, подъем на бицепс и жим сидя, такое комбинированное упражнение. До этого я размялся с двумя подходами. По 8 килограмм, по 15 раз сделал. И сейчас повесил 19 килограмм. Я уже давно с такими весами не работал. Потому что как только начинаешь что-то поднимать, сразу же начинают плечи болеть, особенно левая. Но как видите, боли ушли в прошлое, хотя чувствуется много плечи. И ты уже сорвавшись,
Да. Да, да. Значит, первый подход прошел как своеобразно разбирка с этим местом. Побаливает. И, пожалуйста, жал. Поднимал и жал. То есть это упражнение делает сильными руки. Такое вот интересное оно. Комбинированное. Сразу бицепсы качаются. Трицепсы, плечи. То есть рука делается сильно в результате этого упражнения. О, ну и третий подходик. На третьем подходе я вообще не чувствовал никаких там в плечах боли и давил и давил. Говорю, что это третий подход. Вес 19 килограммов. Гантельки очень удобные такие, знаете, вот насечки не надо делать на ручках. Ладошка слегка припотевает, и она так плотненько сцепляется с гладкой поверхностью. Я сам даже не думал, что может так быть. А оказалось, намного лучше, чем вот этот шершавый гриф. Вот и пошел. Давай. Хорошо, без заминочки, соскучился по весам. Да. Есть, сделал. Теперь у меня отжимания на брусьях. Вот эти брусья сам сварил. И у меня такие, знаете, я вот посмотрел, как они отжимаются. Чтобы слишком глубоко не опускаться. А вот так, но тут все равно у меня получается где-то угол меньше 90 градусов. Угол 8 раз. Хорошо, я так дожимаю. Я так сделал 3 подхода. Нет, даже 4 подхода по 8 раз. После этого приступаем к жиму лежа. А вот на жиме лежа у меня как раз плечики побаливают. Начал я с 40 кг, размялся. Движение делаю не полное. По той же причине, потому что полная амплитуда как раз действует на плечо, там идет переключение с плеча на другие мышцы, и тут начинает вот это вот появляться боль в плечевом суставе, поэтому я до того, как идет переключение с одной мышечной группы на другую мышечную группу, и давлю. Вес на штаны 60 кг. Я уже давно его легко и просто жал, но вот боли в плече меня тормознули. Я начинаю опять наращивать. На штанге 70 килограмм. Я уже начал раньше работать с весами практически 80 килограмм. Ну, 70-80. И вот эти боли в суставах меня очень сильно отбросили. Но тем не менее, удалось их потихонечку преодолеть. И начинаем наращивать вес. Вот, сделал жим лежа. После еще 50 кг делал жим лежа. И после у меня заключительная серия идет на руки. Подъем на бицепс на скамье сквота одной рукой. Гантель 19 килограммов попеременно. И после этого я сразу же иду и на блоке жим вниз. Или тяга блока вниз именно на трицепсы. Стараюсь более-менее контролировать движение, чтобы не махать там плечами, не раскачиваться, а больше руками тянуть. И вот она пошла на штаны, по-моему, 35 килограммов. И погнал.
и погнал. И здесь статически работает пресс, чтобы держать вот это вот положение. Но руки, тем не менее, тянут. Вот чем не сильнее мышца становится в том или ином упражнении, тем она начинает больше всего и больше тянуть. Поэтому тут можно даже с какими-то читингами там ставить веса, и она все равно работает, та мышца. Вот сейчас у нас на бивень тянем. Вес 19 килограммов. Так, 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 так. Хорошо. Так, это я немножко спинку растяну. И опять пошел весочек. Пошел. Давай, 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 давай. А так-то. Знаете, когда есть свежесть, можно упереться. И вот сейчас я почувствовал такую свежесть, хорошую свежесть. Что если бы вообще бы ничего не болело, я бы еще бы тут прибавил веса. Ну, практически у меня побаливало только на жиме лежа, поэтому я не стал. А ограничился 70 килограммами. Вот. Тут хорошо у меня так. Но в любом случае надо размяться. Кстати, подсобные упражнения не способствуют тому, что ты начинаешь и лежа лучше жать. Это сейчас будет третий подход, и я добавляю практически еще 5 килограмм, у меня там получается 40. Заключительный подход на бивнерезы. Бивни налились и пошел, и пошел. Так, 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 так. Нашел применение боксерской лапы. Вот я ее использую для того, чтобы на локоть не давила. Получается очень-очень хорошо. Есть. Сразу же иду и делаю на 30 стяга блока. Вот как раз вес установлен 40 килограмм на блоке. И я заключительный подход делаю с этим весом. И погнали! Да, есть мышцы, которые качаешь, они не устают. Прут и прут. Тренировки 104 килограмма, видите, смотрю на себя, где-то там просматриваются кубики.